дайте фул баф по бревну. 300 баф дайте, присты, блин, 6 пристов в рейде. Интеллект, спасибо. Вот так. Вот так, чекай на бафу, чекай на пул. Все, все готовы, пуляйте. ДК. Во время трая, пожалуйста, молчите, я все буду вам говорить, все делать. Ваня, подхватывай куколку, чтобы я мог красного на переходке дважды замедлить. Ты видишь, что всякие никоны не имеют. Приятельные движения, вот красного, на смене цели. Бейте, профа, еще, еще. Еще чуть-чуть, все, стопайте, стоп урон, профа, стоп или дома. 85% зеленый появляется. С зеленого там станьте так, чтобы улетели в РДД зону. Полетели, вот, кто там стоит, рятик, отбегаю уже. Выпал. Цель зеленого активнее, активнее, активнее. Захилили рейд, быстро. Переводим профа. Больше, ну, ходки там, щиточек. Вот, отлично, смотрим. Дебафами отошли к столу. Замедлил обоих слизней. Играем по слизням. Вот, играйте активнее. Цель зеленого больше людей. Сбегите, пожалуйста. Вот, отбежали от зеленого. От зеленого отбежали, максимальный рейндж. Зеленого сберите с цель. Больше народа, больше людей туда. От зеленого максимальный рейндж. У красного ретаргет. Беги, на 7. Вару боб, киньте, вару боб. Вот, отлично, молодцы. Зух ДК. Ну, блядь. Так, этот самый Никон, дай. Пельмени. Закрой рот, нахуй. Пельмени не ловите, пожалуйста. Захильте хавкера. Никон, дай, пожалуйста, ежик в снегу БР. Шизар, дай БР зух ДК, пожалуйста. Разберкерей. Нахуя этот самый? Следить во время трая, блин. Прист колбы. Пельмени не ловите, пельмени летят, не ловите пельмени. Ну, кто там БР? БРки ежика в снегу. Я не вижу БР. Дайте БР ежик в снегу. Забафайте приста и ДК. Вот, отлично. Красного добивайте, я не вижу урон в красного слизни. Пельмени не ловите. Все отлично, свичьте профа. Отводи, от колб отойди, демон. Демон лок, не стой в колбу. Вот. Зеленый появляется, играйте в зеленого сразу. Милики, станьте так, чтобы вас откинуло в РДД зону. В РДДшке не ловите пельмени. Пельмени полетели в РДД зону. Оттянитесь от зеленого. Подальше. Отбежали максимальный рейндж от зеленого. Милики. Цель зеленого больше людей. Больше людей. Не блинкуйся уже. Стой на месте. Смотрите, сейчас пельмешки полетят. Аккуратно. Не ловите пельмени. Пельмени не ловим. Все отлично. Играем в профайл. ДК вводишь так косячно, блядь. Это вот боссы. Вот. Сейчас будет красный. Смотрите, пельмени полетят, потом будет красный слизень. Ребята, аккуратно, не ловим пельмени сейчас. Пельмени вот полетели, пельмешки. Пельмени не ловим. Играем в красного. Фу, да, по красному слизню. Мильки, пока ковыряйте профатом. Двигайся, кто там, на ком красный. Джулиан. Добиваем красного, играйте в профа. Будем сейчас будем стопать дома, ну бейте профа, пока стопнем урон. Убьем зеленого, потом переведем. Все, так, стоп урон, стоп дома, профа. Стопайте дома, уже не бейте. Когда надо было бить, вы ничего не делали, поэтому не стопайте урон, профа. Пельмени не ловите, пельмешки. Нахиливайте цель зеленого, быстрее там пельмень прилетел. Отлично, захиливаем. Отбежали от зеленого максимальный рейндж. Все отлично, переводите профа. 2%. Отводи колбы, выйди к столу. Оттянитесь весь рейд к столу. Уже РДДшки вот эти ШП.
Лох, там пельмени не ловите. Переход там начинает. Там каким нам оно? Играем это по слизне. Своими дебафами играйте своих слизней. Подхватывай, Ваня, Шизар, подхватывай меня. Я замедлю еще раз красного. Я на этих пол... А, уже не замедлю. Этот самый... Готовим бот. Цель зеленого больше людей. Смотрите, смена цели у красного. Отойдите оттуда. Ушли. Дал бот. Отлично. Давайте, добивайте красного. Пельмени не ловите. Пельмени не ловим. Забери ДК. Сагри босса. Уводи от колб. Ну уводи от колб. Тянись сюда ко мне вот. Ну. Рейд тоже сдвигайтесь от колб. Пельмени не ловите. Пельмени не ловите. Все, стой на месте теперь. Статично бьем, пока колбы не поставил. Не веди уже никуда. Понял, я забираю, я вижу, я забираю. Ну зачем ты агришь с меня, блядь? Играем мы так сами. Пельмени не ловите. Дайте побыстрее ПДК. Гимн на хп слейте, Ну ребята, советчики, ну будьте добры. Я понимаю, вы хотите помочь, но я все сам скажу. Заберите чуму. Играйте в прохол. Пельмени не ловите сейчас, пельмени вон летят, стоите, ну смотрите, как они в вас падают. Дайте диван на ДК, пожалуйста. Хан, своруйся так. Хан, возьми отвлекающий выстрел. Дайте диван по ДК. ДК, скин диван. ДК, скин диван. Уже скинул он диван. Митриус, таун. Под колб отойдите. ДК, блядь, это просто пиздец. Добивайте босса. ДК, ты вообще, ты можешь сделать... Олег, забери лут на себя, тут лужа разрастается. Резь, покидайте тело, летите сами. ДК, ты можешь себе сделать макрос на скидку дивана, вынести его на панель? Или, ну, ума не хватает такое придумать себе. Ты снял все бафы с себя полностью. Зачем, кстати, зачем на ДК кинул кто-то боб с паладина? Объясните мне, паладины, зачем... Зачем вы на ДК танка кинули боб? У меня вообще 400 как было, там рейд уже умирал. Нет. Сначала боб кинул на переходке. На переходке там умер, короче, Фердинанд, потому что на ДК танке был боб. Нахуя на ДК танка кидать боб, я этого не понимаю. Когда шаману надо было кинуть боб, кинул почему-то его я, а не вы. Кстати, меня красный выбрал, хотя на мне зеленый баф был. Ну, видимо, он кончился, я не знаю. Ну, так я кинул шаману, вон боб. Шаман убежал нормально в сине. Давайте, короче, сейчас Фердинанд. Фердинанд отвалился, я так понял. Два человека добрать. Где может кто-то есть желающий. Давайте это самое, не отходите, хилы. Так, чека на присутствие. Не отходите, ребята, пожалуйста. Он этот самый. Ладно, мне надо ребутнуть тинет, не знаю, приду к совету или нет. Хорошо, ребутни. Не, бещара ко мне не нужен никто, блядь. Пусть очарится, ставят камни, блядь. Попривыкали ходить, блядь, без камней, без шарок, блядь, без фласок. Я вас нахуй научу, блядь. Родину любить. На крайняк на лича доберем пугов, короче.
Если там пока два места есть, то можно взять того 5.8, а надо чап поменять, может что-то одеть. Пускай делает чарки, сакетится, тогда я его возьму, я его без чарок ко мне не хочу видеть в районе. Почему я, блядь, Динока голова, у которого там, ну, лов шмот тоже, блядь, у меня фул чарки, фул все там полностью прочален, просакечен. Я не жалею голды, там поменял ДС, я сделал лока. У него там еле 6к натягивается, я его полностью прочаган, просакетил. У них, блядь, по 6.2, по 6.3 не хватает сокетов чарок. Пускай нахуй учатся чарить персонажей, блядь. Я взял приста 5.2 в рейд к нам сегодня, но у него были чарки сокеты. Ну, типа, мне... На пуль этот, Хавки, на пуль на меня, пожалуйста, к нам. Зубпал, ты тоже в протопале, да? Да, ДК отошел. Я понял, хорошо. Не отошел, а перезагружает инет. Я понял. Этот самый Олег, ты тут? Рочестер. Он перезагружает чего-то там, модем. Он вот чай пьет в 3 часа ночи. Напой на меня, Хавкер Трэш, будь добр. Зачем вот это бить, блядь, маг, блядь, раскидывать, бить столбы там какие-то, пока Трэш не добежал еще до танка, блядь, я этого не пойму, блядь. Ты что, бессмертный или что? Нет какой-то аккуратной игры, блядь, как в детском саду. Ей-богу. Знаете, что больше всего бесит? Что этой игре 10 лет, а вы так и не научились делать что-то с умом. Играйте, добиваем трэш. Сейчас, ребятки, быстренько убьем совет, Лану и пойдем на ничья. Не агри трэш, не агрите ничего. Кресните паладину. Все, сагрите там паладину, ДК вы вдвое танчите. Вряд ли оксанку он нести. Давайте ребафнем по-быстренькому. Ребафа теряет, там много кто падал. Паладины по бафам ничего не менялось, так что бафайте давайте быстренько рейд.
Ешьте рыбу. Рыбу вам поставили, кушайте. И этот самый хакер на кинетиках. Вот. Лично для вас. Шкаф. У моего мини-вара еще один слот остался. Вот. Тут ты тут будешь разбирать. Так, этот самый Олег там релогает. Чек на баху, чек на пул. Ринслер. Дайте бафы по ринслеру, по вару. На нем нет ни креста бафа, на нем только каска есть. Кулака нет. Ну, дайте бафы, ребят, пожалуйста. Этот, на пуль на меня, пожалуйста, звездочку. Там сразу не врывайтесь, дайте поставить. Давайте, чекаем на бафы, чекаем на пуль. То мне этот целый агро, тут любовник Войда, блядь. Так что давайте, блядь. Делайте ветер. Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Восстаньте, братья, и уничтожьте наших врагов. Дайте мне 3 секунды, чтобы я поставил декаты на этом на колесе. Я сил сразу не дал биджи. Дай мне 3 секунды поставить. Могучий вихрь набрали, дал саку. Отлично, молодцы. Могучий вихрь, наберите раньше. Танцак, вы захильте рейд. У кого лов хп, не бегите, у вас захилят, потом бегите. Играем все в Талдораму. Кинетику подбивайте, ребята. Обычно рост дают. Не, не надо. Не давайте рост, на лайне дадим. Ну, когда же лица? Да он не откадашится, бейте. А мы же когда он не откадашится, он не нужен будет. Ну ладно, оставим веру. Мало дамаги урайда. О, Олег зашел. Отойдите, вихрь, милики, отойдите. Сова там отойди откинет, ШП отойди откинет. Вы на цели, играйте точечно в килисеты, кинетики подбивайте над боссом, сразу кинетика падает. Я тарелку кинул, но подбивайте кинетики. Там вар вот этот. Эй, Дан, ты дал 10к там на сурке или сколько там, блядь, и ты стоишь долго, двух боссов без ТП. Объясни мне просто, зачем? У меня автоатака может просто щелкнуть. Все, я вам сферы кидаю топоры вообще. Фрон, как в тебе кнопка? Я вижу. Я, в отличие от вас, замечаю все, что вокруг меня происходит. Играем в Аланара. Смотрите, могучий вихрь. Разбежались, разбейте, сахара нет, поумираете. Захильте Ришнера, не бегите, на у кого лов хп, захильте прыгаете. На следующий дам сакру, но все равно разбегайтесь, видите, чуть не поздыхало пол рейда. Райс, наберите.
играть его надо быстрее от пини. Дальше. Вот этот зуб ДК, ну ты такой, блядь, повороте тупой в натуре, блядь, без обид, вот честное слово, у тебя очень хороший украинский, но ты такой тупой, блядь. Фу, чем блядь. Не нравится? Ну потому что ты отбежал впервые, я смотрю, и тут ты обратно начинаешь еще до того, как вихрь скостовал, бежать ко мне обратно, ну. Мне танк, мне это все равно, но тебя-то сваншот, ну, могло сваншотить, мне было бы сокрыт и бы сдох. Понимаешь, вот такие тупости меня, ну, меня от них бомбит, от таких тупостей. Вот, раздавай лут. Идемте на трэш быстрее. Внести в текстуру где-то, да? Амнистию в самолете. Сейчас. Поставь шкаф там, лок. Трэш пока не агни. Поставь шкаф. Кафаните с умением амнистию. А сколько кому сейчас дают? Если никому не надо, я могу. Ну, ништяк. Спасибо. Так, этот самый, смотри, на пульте на меня, короче, этот самый, сразу трэш, я ворвусь туда, не лезьте, на пульте на меня хорошенько. Вот. Хант, напуливай. Диспельте, присты, дайте войско, все ДК дают войско. Присты мас диспел войтом, лут раздает некому диспелить. 6 пристов рейди. Да дать, ну, войско есть, в принципе. Мать, консульда дайте, пожалуйста. Запал три танки, да? Сейчас нет. Ну тогда беги, потому что на тебе мог висит. Там у кого нет боя, резните рейд пока не с. Первый резните. Вот, все, с ребафками. Доберем еще одно тело на меча, короче. Давайте, я врываюсь, встаньте РДДшки хилы на вот эту решетку, что стоит, короче. Тогда вас трэш не поубивает, там РДДшки хилы. Вы встаньте на нее в центр и домашки, они не могут выйти на нее. Они вот будут бегать вокруг, но они к вам не будут доставать вас бить, если вы станете чисто в центр. Головой даст ее, пусть справляется. Нет, спать охота. Так, это, ребафните тех, кто падал, пожалуйста. Так, на раз-два. Я пока попробую еще.